В эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. Тринадцатого августа люди готовятся к наступающему Успенскому посту, который проходит с 14 по 27 августа. Чуть позже я поделюсь с вами своими знаниями об этом дне, а пока о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажет плюс 16, плюс 27. В Ефремове плюс 18, плюс 28. В Белеве плюс 18, плюс 29. В Новомосковске плюс 17, плюс 27. По прогнозам на 13 августа температура в Туле будет колебаться от плюс 17 до плюс 27 градусов по Цельсию. Утром ясно, днем переменная облачность. Влажность воздуха составит 64-88%. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. В магнитосфере Земли спокойная, магнитных бурь не ожидается. К 13 августа как раз поспевали огурцы, баклажаны, кабачки и репа, из которых готовили начинку для пирога, настаивали квас и варили кашу. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды, больше улыбайтесь. С вами была я, Мария Мордвинцева. Увидимся завтра в это же время.